Գագիկ Հայկազի Մխիթարյանը ծնվել է 1981 թվականի մայիսի 22-ին Վերդ քաղաքում։ Ավարտել է տեղի երաժշտական դպրոցը։ Երաժշտական տաղանդը ժառանգել է ծնողներից։ Դեռ մանուկ հասակից մասնակցել է Բերդի մշակույթի տան համերգներին։ Գագիկ Մխիթարյան երաժիշտը կարճ ժամանակում ցիպեց հասարակության կողմից։ 2011 թվականից աշխատանքի անցել Բերդի մշակույթի տանը։ Անորանալի է Գագիկ Մխիթարյանի անձնական ներդրումը Բերդի մշակույթի տան աշխատանքների զարգացման գործում։ Ամուսնացած է, ունի 3 որդի, այժմ բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում։ Գագիկ Մխիթարյանը պարգևատրվում է ԲՄԿ պատվոգրով։ Բարև ձեզ, ես Գագիկ Մխիթարյանն եմ, 39 տարեկան, ծնվել եմ Շամշադինի շրջանի Բերդ քաղաքում, այժմ բնակվում եմ Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվա քաղաքում, սիրով մասնակցում եմ փառատոնին։ Не было темно, цветными красками мы идем с тобой, вокруг за сказками мы не светы, но выше местные мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри вокруг, природа щедрая, дарит красоту, мимо верхних легких ветеров. Нам будет берегать эту красоту тебе дарю. Все хочу делить с тобою полоту, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню вновь про мою судьбу. И про мою любовь честь благодарю за то, что я тебя люблю. Как мне описать то состояние в час, когда спешу я на свидание встретиться с тобой. Не потерпится, если моя время торопью. В парке у пруда стою с букетом роз, вдруг ты не придешь, и на душе мороз. Твой силуэт я вижу издали, эти теплые волосы твои. Все хочу делить с тобою комнату, как мне дальше жить. Теперь мне все равно, я тебя нашел на свою беду, на свою беду, на свою беду. Звезды и луна поют мне песню вновь про мою судьбу и про мою любовь. Жизнь благодарю за то, что я тебя люблю. Небо на земле светлыми красками мы идем с тобой, вокруг за сказками мы не суеты. На выше местами мы идем встречать с тобой рассвет. Посмотри во мне, природа щедрая, дарит красоту. Мимо не плыв, легкий ветерок, нам будет сберегать эту красоту тебе дарю. Все хочу тебе с тобою полностью, как мне дальше жить, теперь мне все равно.